Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на премьере документального фильма, который называется «160». Название фильма нас отсылает к результатам всероссийской переписи населения 2010 года, по результатам которой в Свердловской области зарегистрировано более 160 национальностей. Для приветственного слова к авторам, участникам и зрителям фильма на сцену приглашается заместитель начальника управления по межнациональным отношениям Департамента внутренней политики губернатора Свердловской области Десятов Анатолий Вячеславович. Добрый день, уважаемые коллеги, зрители. Так много сегодня, целый аншлаг. Чувствую себя на вручении премии «Оскар». Сейчас разверну конверты. Фильмом года станет документальный фильм «160». Губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвышева сердечно поздравляю всех создателей фильма, съемочную группу, актеров, а также всех зрителей с премьерным показом. Действительно, этот проект уникален для Свердловской области, и он уникален с одной стороны, потому что подобных фильмов никогда у нас в регионе еще не снимали, это первый, а второе, он уникален тем, что участники этого фильма являются не настоящие профессиональные актеры, а руководители и лидеры национально-культурных объединений, которые не побоялись перед камерой выступить и показать себя, показать традиции своего народа. И я уверен, что Екатеринбург станет первой площадкой, где пройдет премьерный показ, и он будет показан во всех муниципальных образованиях Свердловской области. Хочу сказать, что об этом фильме знают не только у нас в регионе. Сегодня приветственное слово прислал руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Вячеславович Баринов и попросил мне его зачитать. Дорогие друзья, приветствую вас на премьере фильма, посвященного культуре и жизни народов Урала. В наши дни события в мире развиваются таким образом, что как никогда важным понятием становится национальная идентичность, причастность, ощущение себя одним целым. Задача старшего поколения – научить молодежь быть настоящими гражданами своей страны. Поэтому определенно правильным и своевременным является производство фильма таких форматов, как «160». Я сам долгое время прожил на Урале. Меня связывают с Екатеринбургом теплые личные отношения, и мне искренне приятно, что такие современные и светлые проекты реализуются сегодня его жителями. Желаю вам приятного просмотра, ярких впечатлений и интересных дискуссий. От себя хочу добавить всем организаторам съемочной группы дальнейших творческих успехов, ну и, конечно, я надеюсь, продолжение фильма «160». Удачи! Спасибо! Каждая национальность – это свой особый мир традиций, своя культура. А чтобы вы лучше могли это себе представить, я приглашаю на сцену танцевальный коллектив «Они Армения» с танцами «Кочари» и «Яркий штан». Thank you.